Всем привет! Сегодня мы рисуем цветы акварелью. Знакомые всем глазки или фиалки. Мы попробуем нарисовать их разных цветов. Для начала сделаем набросок. Набросок в основе своей имеет круг. То есть мы рисуем такой вытянутый круг, немножко неправильный. Находим в нем центр и прорисовываем верхний лепесток. От него мы будем отталкиваться. Дальше к нему подрисовываем сбоку второй лепесточек. Вот они, два лепесточка. И теперь нам остается нарисовать нижнюю часть цветка. Для этого мы прорисовываем чуть выше середины две дуги. И посерединке еще одну. Таким образом, у нас получается нижний лепесток. Вот, в общем-то, и все. Чуть-чуть закруглить лепесточки по всем краям. И у нас получается набросок анютиных глазок. Таким образом, нам нужно нарисовать 5 цветков. Мы рисуем открытку к 8 марта, но вы можете к любому празднику подписать на свое усмотрение. Конечно, обязательно все лишние линии убрать, аккуратненько стереть резиночкой. Бумага для этого рисунка обязательно акварельная, плотная, иначе у вас не получится все сморщиться. Ну и следующий этап. Мы наш цветочек берем влажной кистью, не сильно мокрой, просто влажной кистью, чистой водой намачиваем, не выходя за контур рисунка. Это важно, чтобы краска не расплывалась. Вы просто водой смачиваете весь цветочек. Далее нам нужно нанести цвет кисточкой. Набираете нужный вам цвет. Мы возьмем желтую фиалочку, попробуем. И наносите ее на намоченный набросок. Водичка у вас позволяет растекаться краски. И получается такая неоднородная поверхность. Закрываем весь набросок. И прорисовываем теперь отдельно каждый лепесточек желтой краской. Можно взять оранжевую. Поэтому вы здесь выбираете сами. Вот те линии, которые у нас были нарисованы карандашом, вы их закрашиваете либо более темным цветом, либо можно взять прям оранжевый цвет, близкий к желтому какой-то. Наносим такие линии красивые на лепесточки. Для этого нам тоненькая кисточка нужна с вами. Обязательно. Самая тоненькая единичка. И ей мы получаем вот такие линии. Обводим контур, чтобы цветок был поярче. Если остаются какие-то белые пятна, ничего страшного. Все это при работе акварелью очень даже может быть. Теперь я набрала черные краски, прям черные, чтобы выделить середину, потому что без этого анютины глазки никак не анютины глазки. Они в середине имеют такой ярко-темный центр, который вот создает вот эту красоту цветка. Я выбрала черный, можно не черный. Сейчас мы попробуем другими цветами нарисовать. Бордовый, малиновый, здесь может быть фиолетовый, синий, желтый. Вы выберете для себя то, что вам больше нравится. Разные варианты сочетания цветов и нарисуете свои цветы. Технология та же самая. Мочим сначала кружочек, который мы нарисовали для цветка. И красочку наносим так, чтобы она расплывалась. Это называется техника по сырому. Все это допустимо и правильно.
И дальше мы с вами закрашиваем каждый лепесточек, обводим и закрашиваем середину. Все, цветочки будут готовы. Закончив цветы, как вы видите, много пустого пространства. Мы это пространство заполним листиками. Листики у анютиных глазок вытянутые, тоненькие. Поэтому здесь очень легко нарисовать даже без всякого наброска. Палочку с зубчиками, с такими полукруглыми. И со второго бока то же самое. Я бы оставила прям вот белые прожилки, чтобы лепесточки, листики казались более воздушными. Сделали желтую серединочку, густо набрали краски и в серединочку поставили желтую точку. Тоже оживит очень ваши цветы. И подписываем поздравление с праздником. Я это делаю кисточкой. Можно, конечно, фломастером. Мне кажется, кисточкой даже интереснее. Прописываем буквы, цифру, и получится у нас вот такая открытка. С обратной стороны можно написать поздравление.